Повышение уровня работы органов внутренних дел, профилактика преступлений среди молодежи, работа с обращениями граждан. Все это сегодня осуществляет общественный совет при УМВД России по Воскресенскому району. С 2011 года ветераны внутренних дел, представители СМИ и церкви, работники общественных и правозащитных организаций, простые граждане объединяются, чтобы представить интересы всех жителей нашего города и района и решить наиболее острые проблемы. Представители совета присутствуют на приемах граждан, проверяют отчеты участковых и качество оказываемых полицией услуг. Общественный совет при УМВД Воскресенского района – это 9 человек, готовых выслушать все жалобы и показать пример другим своей активной жизненной позицией. За несколько лет существования они провели более 200 мероприятий и акций – от пропаганды правил дорожного движения до посадки леса. От внимательного взгляда представителей совета не скроется ни одна проблема. Они выносят свои предложения руководству полиции, а те, в свою очередь, прислушиваются и все замечания берут под контроль. Но общественный совет – это не только мостик между полицией и гражданами, это еще и в какой-то мере воспитатель, наставник молодых полицейских. Ежегодно в рамках Дня профессиональной подготовки они обращаются к сотрудникам с наставлениями, помогают найти нравственный ориентир, который становится путеводной звездой на протяжении всей службы. А Анатолий Махин даже может проверить, готовы ли новые кадры обезоружить преступника в рукопашном бою. Общественный совет в Воскресенском районе возглавляет директор первой гимназии Александр Елисеев. В этом учреждении проводится ряд акций, направленных на профилактику правонарушений. Заместитель председателя Екатерина Иванова участвует в работе и освещении на телеканале «Искра Вект» прошедших мероприятий. Среди активных членов совета – Галина Васильчук, отец Сергей Якимов, Роман Сурупов, Татьяна Воеводина, Василий Дацук, Константин Коршунов и Анатолий Махин. Работу общественного совета при УМВД России по Воскресенскому району невозможно было представить без коллег из Коломны, Егорьевска, Зарайска и других городов, встречи с которыми не могут обойтись без обсуждения рабочих вопросов. Впереди у общественного совета много планов и полное взаимодействие с органами внутренних дел.